С самого утра мне захотелось необычных ощущений. В Лондоне можно заняться пивной йогой. Звучит очень необычно. И стоит как дорогое развлечение – $80. Все занимаются йогой, чтобы максимально расслабиться, отпустить мысли, войти в нирвану. Многим это занятие кажется скучным, и чтобы добавить веселье процессу, придумали соединить йогу с распитием пива. Здесь есть светлая йога, и я понимаю, что есть темная йога. А есть ли нефильтрованная йога? Вот в чем вопрос. Итак, как все происходит? Садимся в позу лотоса. Пару глотков. И все, чакры открылись. А дальше штурмуем асаны и расслабляемся, короче. Give me one more try. Push the feet up into the ceiling. Nice. So we take the bottle and we say cheers. Cheers. Ну вот видите, с такой йогой точно не соскучишься. Ну совсем другое дело. А когда в тебе уже есть промилле, начинаются упражнения на баланс. На баланс, прикиньте. Комментировать эффекты такой йоги мне сложно. Мне вообще сейчас сложно что-то комментировать. Намасте. Намасте. Слушайте, спасибо большое. Thank you so much. Cheers. Прекрасное утро. Cheers. Я и проснулся, и захмелел.